Здрасте, вы на канале Set Play Channel, с вами Алекс. Мы продолжаем проходить Black Mesa. Так, что же мы должны здесь сделать? Мы уже близко. Да подождите, мы ученого должны были найти, я так помню. Сейчас поднимай легко и просто. Ну-ка. А, там не переведено. Ну ладно. Ученого. Мы должны найти ученого для того, чтобы он нам что-то... А я кое-что вижу. Подожди секунду. Я же видел в окно. Птица, сука, где-то светит. Вот там, блядь. Фу на тебя. Так. На чем мы остановились? А, ученый, точно. Идем искать ученого. А зачем он нам нужен? Что-то открыть. Идем со мной. Давайте покончим с этим. Давай. В прошлой серии мы там блуждали по каким-то лабиринтам лабораторным. Монстра одного сожгли мы его, по-моему, да? По-моему, сожгли. А мы не быстро ли к загрузке-то добрались? Я думал, там где-то надо будет ученого найти. Вот он нам там включит. Наверх. Уйди оттуда. Ой, ёб твою мать, какой ты дебил. А зачем? Я-то так далеко затем побежал, что загрузка включилась. Еще раз загрузка. Есть время попить вкусного кофе. Снятина. Тю-тю-тю-тю. Ой, а ты бойкий, блядь. Я уже думал, ты труп. Простите. Пошел нахуй. Ну попал. Не попал. Не попал. Не допрыгнул. Дайте оружие-то посерьезнее, ну. Да не из дробаша же, ну. Это все? Что ты там делал? Только что. Я видел, ты что, блядь, фоткал что-то? Да я тоже сфоткаю. Вот так. А. Я что-то вижу. Вот закинуться. Спасибо. Так, может, я его неправильно понял? Может, он не это имел в виду, что там ученого найти или еще что-то, мы открыть что-то не можем. Может, это я просто так, типа, мне так послышалось. На самом деле. Мне вот кажется, я сейчас на кнопочку лифта нажму. И что-нибудь приедет опасное. Нет? Нет. Да, вот тут мы где-то шароебились. Нет, вот тут. Это уже другой комплекс. Это второй этаж. Угу. Нет, никто. Тихо. Вымерли, что ли, все? Какой-то конференц-зал. А чё это рядом с тобой крови нет? И на стене крови нет.
Как-то ты странно помер тут. Рванулся, наверное. Вон, стаканчик кофе стоит. Мне бы кофе надо рвануться. Да мне уж не нужен арбалет. А вот это надо. Вот так вот, по идее, можно тратить патроны сколько угодно. В принципе, все равно всегда есть пополнение. Не вижу я тут какой-то прям сложности в этой игре. Нормально все. Может, уровень повысить с легкого хотя бы на нормальный? Будет посложнее чуть-чуть. А тут прям что-то аж скучно. Вот, этот видно, этот застрелился. По любасу. Да, он левша. Пистолет в правой руке, отметина слева. По-любому застрелился. А вот это место мне не нравится. Очень не нравится. Очень-очень-очень не нравится. Ну даже этот в луже крови валяется. Кнопочка. Я вижу большую красную кнопочку. А, не, подожди. Кто-то должен появиться. Эти не разбиваются. Black Mesa, июнь 1990. Ой. Непонятно. Друзья, давай они все появятся, мы их сейчас сожгем этой кнопочкой. Надо просто пробежаться. Верти вонт. Не-не-не. Вот еще. Откройте мне дверь, блядь. Все? Не-не-не-не-не. Сгорите, суки. Пизда вам. Нахуй я смотрел, блядь, если ничего не все равно не увидел. Уж слишком вспышка яркая. Глотнуть вкусного кофе. Ничего не делать без кофе. Но я думаю, это не первая волна. Повыше микрофончик. Ну то есть сейчас еще кто-нибудь придет, Фортигон разговаривает. Он успел туда в дверь, что ли, убежать? Я себе умная инопланетяшка, блядь. Ну-ка. Нет. А где он болтал? Я слышал голос. Ну мне ж не почудилось. Был же голос у Артигонта. Их тут уже даже изучили, смотри. Ты специально выключился? Вон, да, разговаривает где-то. Где, блядь, ты? Чудовище. Вылези. Я, кажется, знаю, где он. Галанга. Угу. Галанга-танга-танга. Где ты? Блять, не понял. А чё это у него на руке? А как к тебе попасть? Ну то все. Хорошо, не буду как-то попасть, блядь. Я тебя не заметил, прости.
Да я видел, куда там дверка была, вон, да. Тихо. Может, не заметят. Они глухонемые, глухие. Кто успел взять, то и взял. Не въебывайтесь. Вот так вот. Как у меня дробовик, блядь, переключился? Куда я, блядь, нажал? Эх ты, нихера себе. Плохело, блядь. Это что было? Там еще один должен быть. Хуя себе. Животное, блядь. Ты откуда вылезло-то? Чуть не погиб геройски. Вижу его. Где? Бежать, 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 не останавливаться, прятаться. Слишком много как-то, блядь, этих. И ты. На один квадратный метр, блядь. Тут тишина была. Вот. Это хуёвина. Что она делает? Смотри-ка, там ученые какие-то. Чё-то пиздят. Что-то доказывают. Кого-то разводят. И там своем. Отошел на приемлемое расстояние и решил напасть. Хороший. Животный. Подзакинуться. Ополз, выполз сюда и такой, ну ладно, нападу уж на тебя. Нет, туда мне не попасть. Придете хоть в одну лабораторию тут зайти, ну? Там сколько компьютеров не сломанных. Подожди. А туда мы, наверное, не сможем, да, никак попасть? Мы бежали. Блять, мне никак не попасть. Подожди, я, по-моему, не все там обошел. Там где-то еще что-то. Ну смотри, сколько оружия собрал. Второй, вот этот где? Не пойду пока туда. Вот он. Нет, не он, это вертик. А. А, вон оно что. Максим, откройся. А, спасибо. Дай-ка. Здравствуйте. Блять, я сам испугался. Нахуй! Так, иди сюда. Кто, блядь, просил, а? Гранат, что ли, сука, много? Гранат, блядь, много. На тебя. А сейчас уже бессмысленно, да? Эх.
Жалко. Можно? Спасибо. Закрываются вечно, блядь. Ну, я так понимаю, да, нам вот туда, подальше. Тут уже все. Это дверка была. Блядь, где? Вот сюда, да? Ну, ладно. Уж в следующей серии продолжим. Все нужная и полезная информация в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока.